Старались выгнать туда. Ну, уходит это все через ноги. Ну, это не уходит, а ее выгоняют, на самом деле. То есть задача, так сказать, выгнать ее через пальцы. Она оттуда ушла ниже, да? Ну да, выше ушло. И мы, выше она обычно не идет. Идет она через ноги, да, заходит. Везде идет. Она, не понимаешь, ситуация такая, она непредсказуемая. То есть вот она сейчас пошла так. А сейчас такое ощущение, как будто иголки начинают совтыкаться. Угу. Что не как вот тогда было, а что размяло и иголочки как будто... Потому что мы сейчас тебе размяли здесь, да? Да, и как иголки сейчас, вот пальцы как иголки, как будто такие... Ну... И пошли потоки ци, как бы вот пошел... Ну, мы как бы... Знаете, как бы говорил, это жидкость, да? Мы завал разобрали, плотину вот здесь, угу. Да? То есть разбивали, там взрывали, соответственно, эту плотину. И все, и пошли потоки. Мы живот подзаряжались, подзарядились. Что дает при сжигании рот? Дает жизненные силы. Ну да, подзарядились. Ну, что, вы подзарядились? Ай, это больно. Я сейчас возьму. Ну, тоже не точно. Да, все, хватит точно. Надо уже вот. Потому что я, ты же видел, как вот, когда вот разбивал, мы же ну, начинали как бы с точки, а потом пошла за нами уже воздействие. И вот здесь вот как бы сплошным фронтом. Двумя руками захватываем и вот эту вот всю болезнь выдогоняем ее туда вот, пальцами. А какая это болезнь? Мы же не медики, понимаешь? Потому что с точки зрения энергетики это одно заболевание, с точки зрения медицинской их может быть десяток. И зачем тебе это надо учить всю эту фигню? Да. Может еще есть, да? Ну, естественно есть. Ну давай так. Первое сюда, то есть не бойся, да? И ситуация как, если ты проснулась, у тебя ничего не болит, значит ты мертва. Здесь идея какая? Организм на самом деле очень сложная, самоорганизующая система. И если не чувствуешь какие-то неполадки, это просто означает, что ты ну, вот, слишком порог чувствительности, так сказать, обрубила, и вот эти вот ощущения, которые здесь, их не чувствуешь. Знаешь? Что, тебе нравится на линоке? Странно. Белый. Странный какой-то мальчик попался. В идеале нужно все разбить вообще, да? В идеале 7 человек одному делают в течение часа. Полтора. И все разбивают? Нет, конечно. Ну, гораздо больше разбивают. Чем... Ну, просто, знаешь, смысл в чем? Нельзя это сделать за один раз. Мне кажется, раз 48. Это как женщину, да, там, осеменил ее, но потом, блин, хоть ее корми, хоть ее голодом, или хоть иголки, хоть гвоздями забивает, 9 месяцев может пройти. Нормально родился. 40 недель. То есть как угодно, ты что-то там что-то делаешь. Поэтому здесь, ну, как-то за один раз не надо. Таких манипуляций там делать. Вот ты решил ему за один раз все сделать? Нет, почему за один раз? Там только ногу отрезали за один раз. Да, вот чуть-чуть выше боли пошло. И захватываем. Хорошая методика от тем, что не надо руки ему, понимаешь? Ему не надо. После дела ты всегда будешь руки? Кто тебе сказал? Это он в официальной медицине, пожалуйста, там каждый раз руки надо. А здесь тебе нельзя. Уже. Нет, конечно, если ты сейчас будешь кушать, там тортик, это самое, пельмени, так сказать, руками, то, конечно, можно. Для зачистки славы. Так, после дела ваших. После деяния славы. После славы. Это ну, слава. Это же не славное дело. У тебя есть вода, можешь помыть. Воды нет, можешь просто вот потрясти. Угу. И бросить. Ну.
сюда принесли. Да нет, вот это у нас сюда вот тянет, вот отсюда начинает тянуть. Ну, вот тут вот чашечка. Поджилки. Жилки. В чем смысл в том, чтобы как бы женщина как бы там мужчина, ну то есть лицо противоположного пола, потому что еще как бы физически на здесь добавляется еще сексуальные энергии. А тут щекотно. А как вот что ты слышишь? Боль сидит. Нет. Ну там, где вот эта точечка, которая вот у меня вот. Ну, вот тут, там, вот. Ну что, вы будешь жив? Вот. Вот. Терпи! Костенька, терпи! Терпи. Что у меня остается? Будет все, наверное, хорошо. Может. Все, вот помогаешь. Горит. Ааа, щекотно. Щекотно, я говорю. Тише, а ты как концентрируешься дыхать, давай. Ничего. Ты просто дыши, не обращай на это внимание. Дыши, дыши. Твоя задача дышать. Твое внимание все на дыхании. Можно дышать, наверное, 8 секунд дыхаешь. Нет, не надо фигня. Ты просто твоя задача, просто внимание переключить на дыхание. Все. Это первоначальный шаг управления болью, то, что ты говоришь, да, там, перестать чувствовать боль, это щекотка. Ты перестаешь бояться щекотки. За счет того, что ты переключаешь внимание на дыхание. Вдох, выдох. Поэтому не надо там, вот ты говоришь, там 8, до носа они не выдохнут. 8, 4, 6. Здесь все, скрываем. Мы сейчас займемся тобой. Не бойся, Олег, тебе будет хуже. Это вот, не слушай. Не отдыхай, не тяжело. Ну что, все, Коль? Отошел? Боль ушла? Какой, какая расслабуха, представляешь? Будет больно. Ну так столько напрягался сейчас, так это, конечно. Но не больно. Не больно. Потом. Нет, по поводу диалога, да, там, то есть, все зависит от того, что ты будешь делать потом. Да, если ты идешь на улицу, там, в огороде копаться, то мыть руки не обязательно. Да, если ты хочешь там, ну, что-то покушать, то, конечно, надо что-то. Да эти покаты? Если покаты, то тебе нужно будет покаты, если скажете, если это самое, то можно тоже руки не мыть. Да, а я все время культуру это мою. Во время забора, соответственно. Я вот перед туалетом мою, ну толку никакого, все время задница грязная. Может, и руки надо мыть? Ну, эти самые на востоке моют задницу. А я все время руки мою. Вот надо чем было делать. Это что? Это рог. Единорога. Серьезно? Серьезно рог единорога? Косулин какой-нибудь. Или лапа это. Это рог единорога. Выфи, косули, чего это? Перерог единорога. Так они же вымерли. Вымерли, ребята. Мамонты тоже вымерли, а он находится. Рог единорога. По чуть-чуть трешь пищу. И потом у тебя выступает рог, вырастает. Нет, рог не выступает, не вырастает. Как не вырастает? А то увеличение магических сил. Возможность.
что я могу быстро. Ну, на самом деле. Да, экспертиза показала, что единорог. Я фильм смотрела, там про рог единорога был, русский фильм. Там на воротах еще такой так деревянный был. Она его оторвала и мальчику этому подарила. И там понятно весь фильм за этим. Смотрели, да? За рогом единорога. Да царь, это кажется. Если хочешь быть развиваться, то не смотри телевизор. Ничего себе. В тайном ордене, может, оттуда? Ну, наверное, что ты находишь? Ну, как же, как мамонт? Мамонт тоже нет. А хочется мамонтов есть. Рук единорога. Вы сами нашли? Я его у Ханта купил последнее. 4 бутылки водки. Потому что он сначала показал мне животное, которое было на скале. Рисунка. Говорит, вот, я не знаю, кто это, вот такой, вот он был. Я говорю, о, я у тебя беру. Сколько? Я не имел осторожности сказать. Единороги еще есть. Конечно. Я же спрашиваю, они еще живы. Нет, единороги есть, кости единорога, так же как мамонты. А на севере там же, извиняйте, ну, что тут. Там мамонтов живут, находят не снизу. Их еще едят иногда. Замороженные, да? Да, пробовали мясо мамонта. Такое дырякое дрянь. Да, там все высохло, соков маленьких ничего. Выморозилось. А еще я пробовал еще. Запасы беринга. Прикидываешь? Ага. Запасы беринга 1000. Датированы консервы 1901 год. Ага. Нашли запасы беринга на картошку. Я эту херню, борщ ее спекачил. Нормальный вкусный борщ. Сайся, загрелся. Аж пальцы отнимаются. О, терпи. Сейчас все-таки выйдет. Не, а рука единорога, он для чего-то же. Какой-то ритуалы какие-то, да? Да, есть. Он открывает сознание. Он как этот, как шамана жрут. Труд его потихонечку и жрут. А помнишь, бьют. Астерикса и Обеликса, там молоко единорога, да? Ну. Для этого, для супер, для эликсира. Ну сейчас приопустим. Вот где-то там вот рядышком прям аж пальцы отнимают. Яйца. Вот оно там, да. Что-то еще другое. Я как бы сказал, я сейчас освобождаю здесь место для этих патогенки. Она здесь основана. Там победили все. Там все чисто. Там мы замесили врага полностью. А здесь я еще осталось. Так у меня право, у меня Валентина Санасина говорила, что у меня правая сторона половиночки, левая сторона. Вот, беги. Одна вышла, видишь. Поэтому я сейчас она освобождает дорогу. Раз не удается. Очистить сразу ногу. Поясницу убрали, там убрали. С левой ногой. Только единорог на самом деле, это не конь. А кто? Это типа... Лошадь. Вот реально единорог. Иди сюда. На носорога похож.
Вот реально единорог. Да. Косулю. Ну, вот он реально единорог. На косулю, ну, я же говорю, лама какая-то. Это не кот. Это да, обман. А вот идеальный единорог. Вот единорог. Ну, значит, и драконы были, да? Конечно. Это ящерица. Ящерица, ну, динозавр. А с крылышками, да? А птеродактили разу не видали? Птеродактили? Да, птеродактили, да. Ну, телевизор-то видали, там, парки. А вот это вот, это все туфта, это просто уже парклер. Тут тоже тем более туфта. Они на лбу роги растет. А вот у него раз, рос, и у нее рос. Ой. Фотография. Ну, вот тут, вот он рос. Аж палец у него действительно гладненько. В этом рот не увидишь, реально. Ну, и когда это придет, и спустя. То есть, если представить, что-нибудь еще можно найти мне? Или, магический шар, хочешь покажу? Хрустальный? Ну, не хрустальный, а из этого, как его, из горного... А, ну да, из горного хрусталя. Ну да, стоит. Ну, хрустальный, он гордо хрустальный. Мало только его резиновый, а он пластмассовый, да. А вот когда били, то я думал, он резиновый. Нет, он не резиновый. Пластмассовый. Я даже не чувствовал, что он это думал резиновый, так мягенький. Все уже, пальцев боль. Да? Я ему освобождаю пододелку, чтобы она уходила отсюда. Здравствуйте. Ну спать будем, она тут останется, на тебя на голову ляжет. Так, вот если это не будет, то пускай не заберу, я добро воспринимаю патогенку. Да, сейчас он куда-то открыли, наверное, жалуется. Он уже сюда пришел, он уже все равно патогенку принес, что теперь. Поздно, пусть божжем твою почту. Понял, ты же все равно пришел, патогенку принес, Коль. И я принесла тоже. И ты принесла. Напротив Красной площади есть такие кусты. 10 квадратных метров, там где деревья, и они аж вот так вот, ну, перегнуты. Нельзя мне проходить. Напротив Красной площади там есть. Ну, вот. А вы знаете, что Красная площадь это вообще-то это погост? Что такое погост? Кладбище. И вот сейчас поднимаете, давно уже поднимали вопрос, почему Красная площадь проходит парад, и все, по костям-то шлёпают. Это погост же. Когда вся Москва была в центре Кремля, внутри-то, ну вокруг были деревня, естественно. Москва-то, вот она. Она и сейчас, по-моему, Москва разрастилась там и получилась. Ну, хранить, ну, был погост. Там не стало. Я извините, лично, я лично, когда... Там служу... Ты сел уже? А? Или там еще? Работает еще. Работает? Что ты лично? Работает. Я лично, когда это, как его, служил в конторе, когда перекладывали, ну, брусчатку я же перекладывали почти раз в два года, там, раз в три года, потому что я там... Раз в три года, потому что асфальт стирается через 6 месяцев. И когда вскрывается это, вскрывается, там кости находятся, там кость черепа находили, там что-то вызывали нас. А это же Красная площадь. Это же, извините, все это там, ну, там очищались, ну, там определялись, значит, сначала Руси. Потом там были какие-то определенные биологические расследования, исследования, погост лучше. Короче, там местами они прям так криво лежат, просто невозможно, когда деревья растут не прямо, значит, это геопатогенная гусь. Да, да. Соответственно, если туда сам там находишься, тебя тоже это разрывает. Да. Ах. Да. Я, ну, таких лежащих деревьев я точно не видела, что так криво прям вообще невозможно. Сам по себе это Красная площадь, она не очень хорошая.